Ребят, всем привет! Сегодня 30 мая. Я только что сдала экзамен по истории. Я была в первой пятерке, то есть сдала сейчас одна из первых, освободилась. И всех интересующих вопрос, какой же билет не попался? Не попался 14-й билет. Сейчас я приеду домой и передам привет и тем, кто голосовал за 14-й билет. Вот я уже вернулась домой, зашла вот на свою страничку в Ютубе под это видео, под которым я просила оставлять комментарий. Кстати, я с вами советовалась, какой чехольчик мне взять, вы мне писали пудрового цвета. Ну, я вот купила пудрового цвета еще ремешок на Apple Watch. Спасибо за совет, мне очень нравится. Ну, а сейчас посмотрим, кто же нас голосовал за 14 варианты. За номер 14 проголосовало целых 4 человека. Начнем по порядку. Так, Бегония, она оставила свой комментарий после буквально первых минут выпуска видео. У нее в комментарии номер 14 есть. Так что, Бегония, передаю тебе привет. Дальше свой комментарий оставила Happy Family. Передаю тебе привет. Дальше, так, посмотрим. Пока не вижу. Вот, Амелия А. Привет, Амелия! Так, и последний оставил свой комментарий Игорь Хатунцев. Привет! В общем, это были все люди, которые проголосовали за номер 14, билет, за который мне попался. Ну, а я вообще благодарна всем, кто писал комментарии, оставлял. Я вообще рада всем подписчикам, всем комментариям. И так что... Спасибо за просмотр. Кстати, летом я буду еще выпускать много интересных видео, потому что я скоро уезжаю на отпуск, так что не пропускайте. А я вас всех люблю, целую, пока-пока, до следующего видео. Кстати, забыла сказать самое главное, экзамен я сдала на 5, так что это был мой счастливый номер.